Foundation Wiki, да, и смотрите за моими движениями. И по поводу, я вам буду рассказывать, и по поводу нашей девочки вам помогать, чтобы у вас получилось так же идеально. Как грузинское ресторане. А, ну что ж, я напоминаю, поменьше муки мы добавляем при приготовлении хинкали, тесто должно получиться максимально тонкое. А это снег. Заверуха кружит заверуха, а потому что погода в этом году непредсказуемая. Но у нас радует солнце и хорошее настроение. Для готовой дискалки начнем равномерными движениями раскатывать тесто. Равномерно скалкой раскатываем тесто. Размер вашей заготовки для хинкали.